Всем привет, ребята, вы на канале Папа Фан 2 Машинки, и продолжаем играть в игру Hot Wheels Race Off. Ребята, гоночка дня, нам остается всего лишь достать один заряженный жетон, и в принципе мы с вами получим какую-то заряженную очередную тачечку. А что нам попадется, непонятно, неизвестно, ребят, так что давайте приступим. Так, битва за третье место, Sharkbite у нас, битва за третье место. Ну что, ребят, у нас заряженная Sharkbite у нас, между прочим. А почему у соперника обычно? Так нечестно. У меня-то преимущество, как бы, да? Ну, Sharkbite нам выпал в позапрошлом выпуске по этой игре. Ребят, я ее прокачал, да? То есть заряженный Sharkbite нам выпал. Я ее прокачал, поэтому нам дают возможность. Почему-то дают нам возможность на ней все-таки ехать по этой трассе. Представляете, я не понимаю, из-за чего. Вроде тут у нас все должно быть одинаково. То есть соперник тоже должен быть на такой же тачке, но... У него обычно, у меня заряженная. Непонятно, ребят. В принципе, он не отстает, я вам скажу. Даже в одно время там обогнал было меня, да? Вы это видели, в принципе. Так, ребята, вон, кстати, догнал опять, смотрите-ка. И на незаряженной машинке он, в принципе, тоже неплохо едет. Ребята, что, финиш-то? О, господи! Нет, еще не финиш. Не финиш. Счету я слишком сильно подлетел. Ё-моё, ребят, у меня топлива-то нету. Топливо-то я пропустил. Так, я надеюсь, на финиш. Нет, не финиш, господи. Ой, нет, финиш все-таки, отлично. Вау, просто улетел на Sharkbite. Летающий какой-то Sharkbite, летающая акула. Ну чё, ребят, битву за второе место. Роджер Доджер. Так, сейчас мы... начнем. Кстати, а что у нас трюки-то? Сундук с трюками-то у нас заполнен, ребята. А что-то я его не потратил. Что-то я его... Ё-моё. А он грамотно сделал, смотрите-ка. Молодец. Но не даем немножко ему фору. Так как мы, в принципе, его сейчас обгоним. Для нас это вообще не проблема. Так, что там дальше у нас? Что там дальше, ребят? Я не помню, что за... Стой. Так, все нормально, ребят, прокатило. Так. Что там? Нет, ничего особенного. Бац! Вот это я просто приземлился. Что ж, наша платформочка так спустилась неплохо, так резко. Так, ребята, все, финиш. Все, доехали мы до финиша, в принципе. Второй заезд у нас тоже удачный. И это было сделать несложно. Ну, ребята, трассы здесь повторяются, поэтому... Поэтому мы уже научились ездить, да, на этих трассах. Знаем, где какие сюрпризики нас ждут. И, в принципе, поэтому я приезжаю практически постоянно первым. Так, Dune It Up, ребята, битва за первое место. Dune It Up, кстати, у меня тоже заряжена есть. А почему я еду на обычный? Так. Ребята, так, все нормально, едем. Так, все у нас пока гладенько все происходит, ребятушки. И сейчас финальный у нас финт, по-моему, финальный. Да, перед финишем прям у нас мертвая петля. Отлично, ну что, готовы? Я, в принципе, готов. Давайте посмотрим, что нам попадется за заряженный жетончик. Очередная новенькая тачка заряженная сейчас нам должна попасть. Ребят, 22 тысячи жетону нам... оранжевых уже подкинули, представляете? Так, жетончики копятся тоже неплохо. Так. Открываем, смотрим. Ого, заряженная модель. Рик Шторм, ребята, круто. Неплохая тачка. Она, правда, легкая, но очень даже классная. Так, а из какого она нам... Ух ты, 200 кристаллов дали. Можно удвоить и получить сразу 400. Ничего себе, это вообще... Похоже, редкость, ребята. Раньше у меня не было больше 175 кристаллов, мне никогда не выпадало. То есть можно удвоить и 400 забрать.
плюс второй открыть, еще удвоить 400 забрать. Представляете, можно, то есть 800 кристаллов свободно забрать можно было. Так, ребят, открываем тогда сундук с трюками. Ничего себе, опять у нас оранжевые какие-то штучки, оранжевые штучки. Я не понял, а где, какой у нас наборчик? Ребят, какой у нас наборчик? Наборчик, вроде грузовые вот эти должны быть. Так, вроде грузовые вот эти. Так, заряженная машиночка у нас есть, которую можно прокачать до 20 уровня, ребята. 17 тысяч жетонов у нас есть в наличии, ничегосеньки. Так, давайте прокачаем, насколько это возможно. Так, все, больше у нас ничего нету. Кристаллики, кристаллики. Не будем тратить, будем копить дальше. Ну что, давайте ее попробуем, что ли, на деле. Нет, либо... Так, на деле мы ее пока не будем пробовать. Либо давайте перейдем в режим заряженный вызов, ребята. 5 соревновательных гонок. Ну что, за пятое место битва, да, этот у нас... Как тачка-то называется-то? Off Duty, по-моему, так и называется. Так, так, такая машинка у меня есть. У меня есть такая игрушечка, точнее... У моего сына есть такая игрушечка, машиночка Hot Wheels. Так, ребята, финтик делаем. Битва за пятое место у нас должна быть, в принципе, несложной. Но как мы сможем преодолеть этот заезд? Сейчас нам все будет ясно. Господи, что-то я не смог его завалить. Ну ладно, ладно, ребят, что у нас с топливом-то? Я не понял, где топливо? Дайте нам топливо, господи. Бэмс. Ну что ты там все паникуешь? Ну куда ты все бесишься? Ребята. Давай, давай, давай. Прям с первой попыточки у нас получилось этот трейлер просто загнать туда, куда надо. Так, едем дальше. Все пока у нас гладенько проходит. Так, здесь спокойненько. И прыжочек, по-моему, финиш там. Есть, да, финиш, ребята. Все, отлично, отлично. Битва за пятое место у нас пройдена. Остается еще 4. Так, вот эта зелененькая машиночка у нас довольно-таки сложная в управлении, да. Ей не особо удобно управлять, ребята, она легкая. Постоянно крутится, плюс шлифует вот на этих заездах, ребят. Ну не может она заехать, просто так не может заехать. Так, соперник там тоже что-то немножко застрял. А я вообще не смог заехать. Пришлось дать назад, чтобы умудриться заехать, ребята. Так, 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 топливо берем, без него никуда вообще. Так, ребята, что там? Тут ты куда уехал? Эй, какашка. Ребят, он реально уехал куда-то уже. Эй, там же финиш. Там скоро финиш, представляете? Ой-ой-ой, а что ты отстал, чувак? Ребят, он реально отстал. Бэмс. Так, сейчас эта штука упадет. Так как я до нее дотронулся, ребята, и мчимся вперед. Так, есть. Так, едем, 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 едем. Где-то финиш. По-моему, здесь финиш где-то. Ага, отлично. Все, можно туда вниз падать, уже не важно. Так, и битва за третье место. Bulletproof. Bulletproof. Ребята, погнали, погнали, погнали. Мы должны забрать заряженные жетончики, аж две штуки. Да, все-таки мы собираем коллекцию заряженных машинок дальше. Так, нам сегодня попалась грузовая тачечка. Рикшторм, по-моему, называется. Бамс! Ёшкин ты, матрешкин. Так, что-то нашему... этому тоже не особо повезло, смотрите-ка. Этому сопернику не особо тоже повезло. Не совсем туда, куда надо, его подкинуло. Так, что-то он отстал, ребята. Что-то отстал, господи. Так, что там впереди? Что там впереди? Не буду я жмакать на газ, так как что-то я уж не помню эту трассу. Поэтому давайте без суеты. Без суеты. Спокойненько сейчас проедем. Что там у нас? Что здесь? Так, спуск начинается. Спуск, ребята. Так, платформочка, давай опускайся, а его платформа только поднялась. Да, хорошо, ребята. Так, 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 подожди, подожди, подожди. Ёх ты! Так, топливо, топливо, топливо. Есть, зацепил, я думал, сейчас проскочу, наверное, под ним просто. Нет, все-таки мы зацепили это топливо. Ребята, что там?
Так, кажется, финиш. Или мне только кажется, хотя уже долго едем, наверное, финиш все-таки. Так, есть, ребята, отлично, отлично. Битва за второе место у нас идет дальше. Так, РУ-2 или РДО-2? Что за тачки? РДО-2, по-моему, называется. Так, поехали. Сейчас мы будем ехать. Битва за второе место, ребята. И следующий у нас за первое место. Тоже, я думаю, все у нас получится. Господи. Нет, немножко не так сделал. Ой, какая ты шустрая. Ха, аж назад уехал. Ёшкин ты макарёшкин. Вы это видели? Ха, аж назад уехал. Реально назад уехал. Нет смысла. Ой, подожди, там финиш, что ли? Нет, не может быть такого. Нет, не финиш. Ё-моё. Ну ладно. Придется нам переигрывать. В любом случае придется нам переигрывать. Так, повтор. В принципе, у нас 3 сердечки есть. Осталось еще 2, ребята. Ой, ёшкин ты матрёшкин. Вот это неудачное приземление. Вы это видели? Так, что-то у нас серия фейлов пошла, ребята. Что-то серия просто... серия фейлов, неудач пошла просто. Так, здесь мы заехали, просто влетели в эту горочку, так. Наш соперник, я думаю, отстал, причем отстал нехило так отстал. Так, это топливо берем, ребята, и можно смело ехать вперед, даже на тормоз даже не жмакать. Что там? Чё за подъемчик такой серьезненький-то? Так, это мы не пробьем, так что тюкаем просто. Понс. Так, вроде задели. Сейчас эта штука упадет, и мы пролетаем дальше. Так, отлично, ребята. Чё-то у нас с топливом. Наверное, финиш. Наверное, финиш. Так, есть. Следующая, ребята. Последняя битва за первое место, и... надеюсь, у нас с первой попыточки все получится, так как неохота как кристаллики тратить. Все-таки за первое восполнение жизни у нас тратится... сколько? 1000 кристаллов с нас возьму. Вот, ребята, если еще 3 раза проиграем, то... чтобы восстановить сердечко, придется еще 2000 кристаллов потратить. А это нам ни к чему, ребята. Что-то я не смогу, по-моему, заехать. Ох, а он прям залетел, ничего себе! Не зря он битву за первое место с этим чувачком-то, ребята. Давай быстрее опускай. Ну чё так медленно-то? Господи. Ты чё издеваешься? Что так медленно? Так, ребята, а где его платформа? А, он уже внизу. Ай, нет. Бамс! Чуть-чуть не успели. Буквально там... пару секунд мы не успели, а? Так, придется все-таки тратить 1000 кристаллов. Придется потратить, ребята. Все-таки битва за первое место у нас какая-то просто бешеная получается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, заехал. Ну ладно, не будем мы съезжать обратно. А придется нам проезжать вот так вот. Так. Что там? Отлично, ребята, смотрите, аж... заехал. Ой, кошмар какой-то. Есть. Давай тюкаем, чтобы наша платформа быстрее опустилась, чем нашего соперника. Опа, есть. Так. Не. Да господи, там же финиш скоро, ё-моё. Ребята, а где соперник? Опа, есть. Отлично, ребята, отлично. Здорово. Ну что, смотрим. В принципе, смотреть-то нечего, просто жетоны забираем и все, да? Так, ребят, ну что, на этом тогда мы останавливаемся пока. Так, ждите следующие выпуски. Так, 800 кристаллов, спасибочки, практически. Вернул потраченные 1000, да? Так, ребят, на этом все, да, сегодня мы открыли с вами... что сегодня открыли-то мы с вами? Мы сегодня Рик Шторм открыли сегодня, да? Заряженную. Так, отлично, ребят, неплохая тачка. На этом все. Подписывайтесь на канал, жмакайте на колокольчик, если ждете продолжение, да, новых открытий тачек. Заряженных тачек, ребят, если ждете новых открытий.
Обязательно подписывайтесь, жмакайте на колокольчик, ставьте лайки, комментируйте, делитесь этим видео, и мы обязательно с вами встретимся в следующих выпусках. Всем удачи и спасибо за просмотр. Пока-пока.